Все мое почтение, друзья, и сегодня 13 июня 2022 года, а вот 16 июня 2022 года планируется посещение Киева такими вот людьми, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Они хотят посетить Киев и выразить таким образом поддержку Владимиру Зеленскому. И вот меня всегда вот это удивляло, вот это восхищение простых людей тем, что тот приехал к нам, тот посетил, тот выразил, тот поддержал. Вот интересно получается. Приедут, им тут обеспечат всю безопасность, они там лапшу навешают Украине, украинскому народу и Зеленскому. И поедут все по домам. В мире, в современном мире, приезжать, встречаться не обязательно. Один звонок, и можно больше поддержать и помочь, чем 1000 визитов. А то на словах вот эти Шольц, этот Макрон, эти Драги, такие вот друзья, прямо товарищи. А делу, как копнешь, так посмотришь, так это помощь с гулькин носик. Я лично считаю, что радоваться, вот это разносить как большую новость, как будто мессия спустился на Украину, не стоит. Хотя найдутся и такие, будут прыгать там от радости, мол, вот три лидера приехало. Ну и что? Они по 10 визитов уже совершили в Россию к Путину, к этому кровопийце. А тут приедут раз там. Это мое мнение.